Пожелание любви и здоровья на фоне ярких тюльпанов. Владелец частного дома по улице Загородной в Благовещенске обклеил свой дом яркими баннерами. Причем это происходит не впервые. Ранее в эфире Первого областного мы уже рассказывали, как этот же благовещенец украсил свой дом баннером с надписью «С Новым годом, Змеюки». Удовольствие поздравить горожан не из дешевых, рассказывает автор идей и житель радостного дома Альберт Скнарин. Стоимость баннера около 10 тысяч рублей. И останавливаться на этом горожане не собирается. Менять баннеры планируют каждому времени года. К Новому году были поздравления, там новогодние игрушки, змеи и так далее. Ну, Новый год прошел, пришла весны. Пришла пора весны и лета, поэтому поменял. Может быть, летом тюльпаны поменяю на ромашки, но это в будущем.